Дорога Епишина – Северо-Енисейский, единственная связывающая северные районы края с Красноярском. Негласно она носит статус одной из самых экстремальных в России. В период распутицы движение здесь останавливается. Дабы изменить ситуацию и вывести трассу из аварийного состояния, ремонт здесь начали в 2014 году и его продолжают до сих пор. Для того, чтобы добраться до северо-енисейского поселка, прежде всего транспорт следует перевести на другой берег Енисея. В районе Енисейска действуют две паромные станции. Переправа работает до позднего вечера. Трижды в день предусмотрен так называемый бензовозный рейс. На борт не принимают никакие другие машины в целях безопасности. На другом берегу уже начинается опасная трасса. До ближайшего населенного пункта от реки 120 километров. Протяженность дороги Епишина-Северо-Енисейский около 300 километров. До Красноярска еще почти 350. Чтобы преодолеть весь этот путь, в среднем требуется 15-20 часов. Весной и осенью дорога превращается в непреодолимое препятствие. Так она выглядела несколько лет назад. По обочинам и сейчас тысячи пробитых колес. Ужас. Но уже лучше. Сейчас хорошо здесь ехать. В целом она очень прекрасная дорога в данный момент. В общем, она и будет, надеюсь, если не расползется опять по бокам, она будет прекрасна. Вначале дорогу восстанавливали местные золотопромышленные предприятия-гиганты. Затем трассу перевели из муниципальной в краевую собственность. Теперь финансирование поступает из региональной казны. В 2016 году по распоряжению губернатора Виктора Толоконского выделено 550 миллионов рублей. В этом году столько же. Это целевые средства, предусмотренные на ремонт именно этого объекта. Мы посчитали, просто укрупненно. Если бы у нас была нормальная дорога, то, что мы на ней теряем, теряем и по скорости, теряем и по потерям материалов, там, что только мы там, и транспорт, и так далее, ремонты все эти, то это, считай, дополнительно порядка 3 тонн золота в год. Вот что такое стоит плохая дорога. Эта дорога не технологическая. По ней ежедневно ездят местные жители на своих личных автомобилях. Трассу ремонтируют участками. Об асфальте речи не идет. Его все равно разобьют большегрузы. Но сделать хорошую грунтовую дорогу в ближайших планах. Экскаватор нам подгоняет по размеру, по шаблону кюветы. Размер кювета по шаблону ставим. Потом сетки габионы ложатся и заполняются камнями определенной фракции. И это наша работа. До 2019 года краевая власть совместно с бизнесом планирует капитально отремонтировать около 80 километров. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов. Новости.